Министр здравоохранения Алым Кадырбиевичем Алиев встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, чтобы обсудить вопросы борьбы с коронавирусом, сообщает Минздрав. Российская сторона рассмотрит возможность предоставления Кыргызстану технической помощи в строительстве быстровозводимой модульной медицинской клиники для больных COVID-19. Министры также обсудили вопросы поставки в Кыргызстан российской вакцины против коронавируса «Спутник Ви», улучшение материально-технической базы системы здравоохранения, подготовки и повышение квалификации медицинских работников страны.